Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас всех приветствовать на своем канале. И вот просто можно было бы отдышаться, но меня настолько переполняют эмоции и нетерпение, что я вот хочу вам показать, что пришло две посылочки от Натальи из Санкт-Петербурга. Вот такие огромные, я кое-как их донесла. Бедная Наталья, как вы их несли? Ой, я не знаю, прям... Наташа, здоровья вам и всего самого-самого-самого. Я не знаю, прям я вот благодарна, моей благодарности нет предела. Сейчас я раскрою, и мы с вами вместе посмотрим, что же Наталья прислала мне. Вот сложено все, вот такие пакетики. Сейчас я еще развяжу эти пакеты, и мы с вами посмотрим, что было в этих пакетиках. Ну что, у меня просто шок. Вот шок, просто шок. У меня вот не хватает ни слов, ни эмоций, ничего. Вот честное слово, Наталья, вот насколько добрые люди, вот настолько отзывчивые, я не знаю. Вот я говорю, что есть насколько злые, их там иное количество. Но сколько же добрых людей. Наталья, я еще раз повторяю, здоровье вам самое главное, Наталья, инсульт. И она бедненькая пошла на почту, вот это мне все отправила. И в таком количестве, я просто в шоке. Вы представляете, вот Ализе Дива, получается 3, плюс 5, 8 и плюс еще 5. Это получается 13 моточков. Это как раз будет на большое платье или на большой жакет. Ну, я имею в виду на мой размер, на большой. И, конечно, на солидных дам можно будет связать. И причем, видите, цвет такой, он золотисто-коричневый какой-то цвет такой. Интересно, сейчас чуть-чуть пошелестю вам, покажу, вытащу из этого, из моточка. Вот на... Немножко камера не передает цвет такой, какой он есть в действительности. Я просто не могу. Меня так переполняет эмоции, честное слово. И вот еще таких 5 моточков. Вот, это все Ализе Дива было. Значит, ниточки Коко. Получается 5 моточков. И здесь, видимо, Наталья пробовала что-то вязать. И моточек еще один. Можно сказать, что 6 моточков. И у меня такой вяжется топ. К этому топу я могу теперь добавить еще что-нибудь связать. Вот. Вот, смотрите. 5 моточков. Ярнард Ангора Активы. Активе. Актива или Активе. Я не знаю, как правильно его читать. Это значит, у нас здесь состав 25% махер и 75 акрил. Да, акрил. Мягенькая, очень мягенькая пряжа. А сколько же в ней здесь метров? 500 метров. Тоже можно на хорошую туничку, на кофточку можно в одну ниточку. Вот я себе в стиле боха вязала. Вот 5 моточков таких ниточек. Дальше. 5 моточков Ализе Лана Голд. Все знают эту ниточку. Цвет, конечно, тоже камера не передает. Такой между бирюзовым и синим цветом. Цвет. Ализе Супер Лана. Классик. Тоже 5 моточков. Дальше. 3 моточка Ангора. Так.
Ангора Голд. Ализе Ангора Голд. Здесь я сразу тактильное ощущение. 550 метров в 100 граммах. И здесь тоже 80% акрил, 10% шерсть, 10% мохер. Тоже такая мягенькая пряжа. Дальше. Роза, это я разорвала специально, потому чтобы показать. Роза. Вита Роза. Здесь у нас в 50 граммах 160 метров. Вот. Здесь их получается 6 моточков. Да, 6 моточков. Так. Дальше. 2 моточка. Слетел один. 2 моточка. Лама. Русский мотив называется. Вот. Цвет красивый. Можно будет шапочку связать. Вот. Это такая пряжа. И один моточек вот такой пряжи. Так, что у нас? Как название-то у нее? Ярнард. Магик Файн какая-то. 300 граммов. 300 метров в 100 граммах. Такая мягкая. Что тут за состав? Есть состав. Заклеен где-то. Не написан. Ну ладно. Так, это же еще не все. 5 моточков соната. Лама соната. 5 моточков. Такой цвет, видите? Красивейший. Он на самом деле такой же красивый. Вы думаете, это все? Это еще не все. Московская. Подмосковная. 50% шерсть, 50% акрил. Здесь ее 1, 2, 3. Тоже 6 моточков. Дальше. Вот такой кулек ириса. Разного, разного, разного. Я даже не знаю, сколько здесь моточков. Ой, мама дорогая, я просто в шоке. Я не могу прийти в себя. Честное слово, это теперь мне вязать, вязать, вязать и еще раз вязать. Ой, просто у меня нет слов. А там еще идет посылка мне одна с Геленджика. С Польши мне одна девушка, зовут ее Ирина, тоже должна, ну, по крайней мере, говорила, что отправит на этой неделе. Я вообще, завалили меня теперь пряжею. Я же говорю, теперь мне нужно только будет вязать, вязать. Какой красивый ирис, товарищи, какой красивый ирис. Цвета бесподобные. А что это у нас за ирис? Я с такого ириса не вязала, даже не видела такого ириса у нас здесь. 100%, в 50 граммах 450 метров. А чей же это ирис? Произведено и заклеено. Где произведено? Везде у нас заклеено. Где произведено? Вот так мы сейчас отклеим.
по заказу. О-о-о. Кутнур какой-то. В общем, не знаю, чей это ирис, но факт то, что цвета бесподобные. Не знаю, как вязаться будет и что я с него еще свяжу, но буду вязать. Естественно, я же говорю, у меня теперь чувство ответственности, что мне надо это все перевязать. Вот, получается 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 20 моточков. 20 моточков, мама дорогая. Ирочка, ой, Наташа, господи, Ирочка. Это просто сказка. Я вообще не знаю. Ой, завистненькие те, которые меня ругают по этому поводу. Вот видите, опять очередная пища для вас. Это еще не все. Еще есть вот такой пакет фиалки. Давай, показывайся. Не хочет. Вот такая фиалка. Цвет пыльная роза, я так думаю. Здесь тоже 3, 5, 10 моточков. 10 моточков. Ну вот. Теперь это уже все. Нет, еще не все. Еще одну забыла показать пряжу. Вот такую. Вот тоже роза. И Ирина отправила мне один мотив. Я его обязательно куда-то употреблю. И вам это продемонстрирую. Это у нас мотив ананас. Я его знаю, как вязать. Может быть, даже таким мотивом что-нибудь вместе с вами свяжем. Наташа, ну что? Вот у меня, говорю же, нету слов. Я еще раз говорю, низкий поклон вам до земли за вашу щедрость. За то, что вы при вашем здоровье, вашем состоянии здоровья пошли и отправили мне эту посылочку. Я просто еще раз говорю, что кланяюсь вам до земли. Спасибо, спасибо, спасибо и еще тысячу раз спасибо. Ну, а на этом я свое видео закончу. Сейчас еще раз все пересмотрю, еще раз полюбуюсь, наслажусь этими подарками. Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще очень много интересного на моем канале. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.